Давай сначала попробуем с веревкой, типа, пройти. Чуть-чуть. А! Давай. А как? А. Все, нормально. У. Б. Алфавит. В. Г. Алло. Подожди, подожди. Да, не тяни! О. Разропится как. Не знаю. Вот так. Честно. Подожди, обратно как? А, обратно! А насколько я могу вот так вот взлететь? Это максимум, типа, или что? Я не понимаю. Ты у меня на солнце еще подсвечиваешь. Блин, не, это все, это максимум. Есть 12 разных звуков, которых мне написали подписчики в телеграм-канале. И с помощью этих звуков мы должны проходить это лобби-лобби. Проблема. Они очень интересны. Ладно, выбери число от 1 до 12. От 1 до 12 число. 7. Пускай. Ты должен проходить как лама. Это как вообще? Ну как лама говорит. Как? Не подожди. Знаю. Мне выпало число 4, это скрип двери. Что? Так я всех замутил, короче. Пускать. Так? Как это? Получилось? Один в один было почти. Star Pets — это лучший маркетплейс по Роблоксу, где вы сможете не только покупать, но и продавать своих питомцев, а также покупать робоксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами в самых разных валютах. Заходите на starpets.gg, а также на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии и в описании. А как дверь скрипит, в смысле? Или как? Я не понимаю. О, помогает, да. Помогает. О, тоже помогает, нормально. О, нормально, нормально. Я знаешь, я ламы, не знаю, ламы в Майнкрафте, например, делают. Так, типа. А, ну. Как будто я рыгаю, что со мной не так? Да, как будто кот блюет какой-то. Так, пип, пип, пип. Блин, зачем это придумали? Я упала. Оригинально. Это читерство, так нельзя вообще. Нет, подожди, подожди. Нет, поднимайся, ну давай. Нет, я так не умею. Кип. И вот такой еще, все. Ты меня толкнул! Прости, пожалуйста. Я пытаюсь залезть, уже полчаса ты угораешь. Подожди. О, нормально, нормально. Почему я запись на это выключила? Ты его подожди. Выбери число от 1 до 10. 10. Тебе очень понравится. Звук установки приложений в App Store. Тринь, типа такой. Подожди, я не помню. Ту-дун. О. Мне выпало число 4. Это... Я сейчас буду... Я буду гневом из головоломки. Вы угораете? Я не знаю, как мне. Мне кажется, я сейчас всех соседей распугаю, если начну. Это похоже на гнева. Я не просто гнев. Что живет во мне? Нормально. Нормально. А! Рар! О! А! Принь! О! Принь! Да давай! Принь? Давай, приходи! Паркур! Дурацкий паркур! Давай! Нормально! Это гораздо тяжелее, чем кажется. Конечно. Число от 1 до 8. 1.
Ну, ты все самое легкое забираешь. Корова тебе выпадает. Мне выпал звук жителя из Майнкрафта. Да, 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 подожди, это мое задание. Так как? О, нормально, нормально. Вообще, звук жителя такая имба. О, у меня чекпоинт! От 1 до 6. 3. Тапать хомяка. Тап-тап-тап. Блин, я бы попалась. Тап-тап вот так вот издавать. Ну да, либо можешь как-нибудь. Сейчас я только я быстрее микрофон сломаю. Возможно. Так, мне выпало удивление. Да. Отлично. Ну, нормально. Тап-тап. О, я чуть-чуть. Это подходит, я думаю. Тап, 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 тап. Сейчас. Я сейчас микрофон сожру. О май гад! О, нормально. Давай. Нет! Давай. И что? И упало, все. Да нафиг! А как? А, ну и... А потом то, что ты выпил в монитор чисто. От 1 до 4 выбирай. Наверное, 2. А ради в голос? Ради в голос? Да. Прям громко? Ну и... У тебя 8 утра? Блин, у меня соседи просто... У меня просто соседи будут спать. Подожди. Ну, я попробую. Мне выпало 3, это петь уютное кафе. Да, очень интересный звук, тебе нравится? Да, да. Спасибо тем, кто все это писал, вот честно, от души. Самые креативные. Мне страшно. Я не знаю, как... Да, да, нормально, нормально. Мне соседей жалко просто. Уютное кафе на улицах с плетёной мебелью. Хорошо. Ну, я не знаю. Это, ну, это не. Нормально так подлетел. На улицах с плетёной мебелью. О, нормально. Где красное вино? Ты где? Как будто меня режут такой. Или нет? Или прям во всю голову? Да как хочешь. Я не буду уже тут заставлять. Завтра в 7:22. Я буду Борис Поле. Стой, я не могу, она не работает. Сидеть в самолете и думать о пилоте. Один или два? Два. Тебе выпадает хрюкать. Да. Не, ну нормально. Ну да. Не, нормально, хрюкать я умею. Можно и просто хрю-хрю. А мне выпал кит. Извините. Ну, кстати, да. А как? Почему когда так он ездит? О, нормально, нормально. Читер. Ой. Нет. Хрю-х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 рю. Да я стукаюсь головой. Я прошла. Хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Пеппа Пиг. Хрю-хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Гав. Мяу. Я твердый знак решила использовать. Вот это самое сложное, нормально? Я думаю. Подожди. Ты меня тащишь обратно. Давай. Подожди. Я вытащу. Давай. Подожди. Давай. Ты спас. О, есть. Ауч. Ау.
Ауч. Больно. В ноге. Ауч. Ты меня потянул. Стой.